выгодно быть VIP-консультантом, и почему же люди на самом деле стараются сохранить VIP-стаж. У нас с вами в первую очередь нам нужно разобрать, кто такой VIP-консультант, что такое VIP-стаж, чтобы вам было понятно. На мой взгляд, VIP-стаж больше всего выгоден по трем для меня лично, да, почему я VIP, по трем причинам. И сейчас вы, может быть, найдете для себя свои. Ну что ж, что такое VIP-стаж? VIP-стаж – это число периодов непрерывного выполнения 100 и более баллов. Да, 100 баллов, ну, это примерно, если брать 75 рублей балл, цену России, да, это примерно от 7,5 тысяч рублей. Да, в среднем где-то 9, если вы пьете вместе с одеждой, со всем. Вот, и, конечно же, и более, да, от 100 и выше. Главное, чтобы было не ниже. Да, и получается, что если вы сделали по итогам прошлого каталога первый раз 100 оплаченных баллов лично за каталог личных заказов, да, то вы получаетесь VIP-1 в этом каталоге. И почему лично я стала VIP-консультантом, хотя в компании Faberlic нужно делать для получения своих выплат всего лишь 50 баллов, но почему же люди делают 100 баллов, что их на это толкает и почему именно 100, так ведь? Поэтому будем с вами сегодня все разбирать, а потом в конце вебинара вы уже решите. Итак, значит, сейчас вот я смотрела, как раз Мальвина писала, Елена Лебедева писала, да, то есть, что я пропустила, я не стала делать 100 баллов в прошлом периоде, что мне нужно сделать, чтобы веб-стаж сохранился, да. То есть, если вы пропустили один период, да, допустим, 5 каталогов подряд, вы делали 100 баллов, и вы консультант уже VIP-5, да, VIP-5 периодов получается. И вдруг вы, ну, что-то там, где-то какой-то возврат, еще что-то, и вы, ну, вот, прозевали, да, у вас немножко не хватило, или вы не захотели, да, в этом каталоге набирать большой заказ, или еще что-то. И получается, что компания Faberlic, она в этом плане тоже очень лояльная, так же, как и с новичками, да, вот новички забыли подарок забрать, он 3 каталога новичка ждет, а потом уже сгорает. Также с возможностью сохранить VIP-стаж, да, если в этом каталоге вы делаете 200 баллов, у вас VIP-стаж не сгорает, вот. Далее, значит, если условия, конечно же, не выполнены, и вы опять сделали меньше 100, то тогда теряется VIP-стаж, но его можно начать заново с любого каталога, то есть начинаете снова с VIP-1, и он у вас снова начинается, да. Воспользоваться привилегиями каждого уровня мы также, как по стартовой программе, акция новичка и так далее, можем в течение 3 расчетных периодов. Ну что ж, давайте с вами дальше поехали. Да, то есть вот смотрите, это я сейчас сделала скриншот как раз вчера со своего личного кабинета. И тут четко видно, что когда я захожу в сообщество, то тут моя фамилия, имя, отчество и сколько я уровней VIP, и что я VIP 18, более 18 периодов, и я VIP 4 уровня. Да, все умеют смотреть, кто на каком уровне VIP-стаж. Мариночка, поздравляю. Да, все умеете смотреть, кто у нас VIP-консультанты. Знаете, что можно зайти в сообщество и, не путаясь, узнать, сколько. И также вы можете узнать у своей команды, сколько VIP-стаж. Не только в распечатках, но и через сообщество, через которое мы с вами общаемся. Да, это такая внутренняя соцсеть Faberlic, очень удобная. Конечно же, на уровне VIP-1 у нас с вами, как вы видели в поздравлениях, 350 VIP-консультантов. Я вам хочу сказать, что это круто. И сейчас нам с вами нужно обязательно знать, что же положено нашему консультанту с уровня VIP-1 по VIP-привилегиям. Да, и это обязательно. Обязательно нужно знать и обязательно нужно рассказывать своим VIP-ам. Даже если вы не VIP, вам все равно надо позаботиться о своих новичках VIP-ов, потому что VIP в нашей структуре – это престижно, это гордо, и это дополнительные скидки, акции, программы и также регистрации от компании, да, под вас. А, да, то есть, если вы выполнили 100 баллов, то в этом каталоге вы уже VIP-консультант. И что же вам положено? В разделе промо-акции вы увидите в
акциях по VIP-консультанту, да, это предпоследний шаг стартовой программы, это один продукт текущего каталога с 70% скидкой, да, я очень часто беру, кто смотрит мои обзоры, да, дочки-колготки или ампулы красоты от Ренаты Литвиновой, да, серия Платинум и так далее, то есть я беру очень даже дорогие вещи по очень даже смешным ценам, вот, 50% скидка на 10 любых пробников, да, то есть там кислородная декоративная косметика, парфюмерия, плюс косметика для дома, в общем, суммарно вы можете забрать 50 пробников с 50% скидкой, да, 50 пробников. Конечно же, 50% скидка на 10 каталогов следующего периода, вот мне 5 уже числа, 5, нет, 4-го, нет, не помню, когда завоз будет, да, то есть придет уже 10 каталогов следующего периода, да, и я уже их буду как бы уже держать в руках, это тоже удобно, это тоже здорово, когда вы можете заранее раздать и в первый день действия каталога уже набить заказ, когда еще все есть на складе. Далее, значит, самое главное с уровня VIP-1 – это участие в распределении контактов заинтересованных покупателей, которые оставят свои данные на официальном сайте Faberlic. Вот, подробно о VIP-распределении, если вам интересно, мы с вами обсудим это после вебинара, что и как нужно сделать. Вот, а сейчас я вам просто скину видео. Да, добавьте его, пожалуйста, к себе куда-то в закладочке или просто откройте, не бойтесь нажимать на ссылку, вас не выкинет из комнаты, да, то есть и вы просто будете знать, где нужно пройти тренинг, чтобы под вас компания начала регистрировать людей. Вот у нас, допустим, есть VIP-консультант, все вы видели в поздравлениях, Ольга Дубяга, и она VIP-2, да, на VIP-2, и самое, что интересное, под нее компания уже подписала за эти два каталога 4 новичков, да, то есть она новоиспеченный VIP, вот, и 4 новичка ей Faberlic уже подписал, то есть, как бы, я считаю, что все, кто VIP, даже если у вас просто там, да, были большие продажи, это всего лишь на один каталог, все равно пройдите тренинг, нужно проходить всего лишь один раз, проставьте галочки, внимательно посмотрите это видео на 20 минут, и внимательно проанализируйте это видео, и внимательно всем своим VIP-ам выберите их, отправьте на почту это видео, везде отправьте, чтобы ваши люди знали, что они теряют, да, если они не пройдут тренинг. Все ли знают про это? Поставьте плюсики. Хочу плюсиков. Кто не знал, ставьте по-честному минусик, буду знать, что данный вебинар полезен и проводить его нужно раз в каталог. Угу, вот для Олеси было, да, для Ани, ага, хорошо, хорошо, вот, значит, для кого-то это было все-таки полезно, очень хорошо. У нас с вами также поздравлялись VIP-консультанты со 2 уровня, да, это значит 3 периода подряд консультанты делали более 100 баллов личного объема, и им доступны следующие привилегии, да, все VIP-привилегии 1 уровня, это обязательно, потому что вот у меня новичок, вышла на VIP-3, я ей высылаю письмо с поздравлением, она мне пишет: «Аня, мне на VIP-1 нравилось больше, почему меня на VIP-3 перевели?» Я говорю: «На VIP-3 тебе просто будет приходить еще и денежка на твою объемную скидку, а привилегии 1 уровня у тебя все сохраняются». То есть они суммируются привилегий, при VIP-стаже становится все больше и больше. Итак, значит, привилегии уровня 1 – это бонус 10% при выполнении 150 и более баллов. Я выбираю прошедший 17-й каталог и нажимаю «Посмотреть». Он немножечко сейчас погрузится, у меня распечатка большая, поэтому придется, может быть, даже и подождать. А пока мы с вами посмотрим, как же у нас начисляются эти денежки. Так, грузится, не грузится. Минутку. А, вот, видите, это итоговые показатели. Они прогрузились, и сейчас я могу легко листнуть на предпоследнюю страничку. Минутку, на последнюю листала, да, и вот вы видите, значит, Кононова Анна Анатольевна, стоимость для расчета балла 60, но я проживаю в России, да, и, значит,
личный оборот у меня был в прошлом каталоге 158 баллов, я на 23%, да, и у меня объемная скидка с моего заказа 2189 рублей. Как это насчиталось, откуда это насчиталось, сейчас узнаем, да, то есть я получаю объемную скидку по своему процентному уровню. Если лидер, допустим, на 12%, и он сделает 150 баллов, да, к примеру, сейчас, да, то мы с вами 150 умножаем на балл на выплату вашей страны, да, то есть я умножаю на Россию и умножаю на 0,12. И вот эти денежки придут 12-процентному лидеру назад на его объемную скидочку, если он сделал ЛО 100 баллов, да, то есть ваш личный оборот это считывается в оборот вашей личной группы, все эти баллы суммируются, и вы получаете денежки обратно на свой счет, да. То есть, получается, если я на 23%, то я свои 158 баллов, давайте до копеечки сосчитаем, да, умножаю на 60 рублей и умножаю на 0,23. И у меня получается 2189 рублей 9 копеек. Вот откуда эти денежки. То есть, помимо 26% скидки от цены каталога, я еще и 2000 получаю назад за свой заказ, потому что я, ну вот, сделала столько баллов, потому что я вот на таком процентном уровне, да. Вот, тоже очень интересно вот это, я думаю, не все знают, поэтому мне очень захотелось вам сегодня про это рассказать. И вот он, наш дорогой бонус по акции VIP-3. Как же он высчитывается, да? То есть, если вы 3 каталога подряд делали более 100 баллов, то у вас будет бонус VIP-3. Начисляться тоже на вашу объемную скидку. И этим бонусом вы также можете рассчитываться за свои заказы, так же, как и объемной скидкой и за структуру, и за свой личный заказ. Да, то есть смотрим, значит, свыше 100, да, это получается 158 баллов, как вот по формуле, да, было, мы вычитаем 100 баллов, а у нас получается 58 баллов. Мы умножаем на 60 рублей и умножаем на мой процентный уровень, да, и у нас получается, что я, так, минуточку, обсчиталась немножко, да, 58 мы умножаем на 60 и умножаем на 0,01, потому что 10% бонус, да, и у нас с вами получается 348 рублей, но тут немножко побольше, потому что я вот эти 0,63 балла не взяла, да, то есть и 348 плюс 2189, и вот у меня и получилось 2540. То есть мне за мои 158 баллов назад вернулось 2540 рублей. Получается, чем больше ваш заказ, тем больше вам возвращается, да? Вот почему лидеры делают 100 баллов, и вот особенно, да, уже начиная для бонуса 10%, да. Можете сделать, допустим, 120 баллов, и вам с 20 баллов начислится, а со 100 нет. То есть именно с 20 баллов, может быть, там с 25 еще как-то, да. То есть, ну, вот эти 100 первые, они как бы у вас не считаются. Вот, скажите, пожалуйста, понятно ли, да? И давайте с вами сейчас просто посмотрим, прикинем, да, если лидер на 12%, к примеру, сделал 150 баллов, да, во-первых, ему положено по VIP-3 получается 300 рублей, да, вот я считала сейчас. Мне было очень интересно, да, во-первых, ему положено 300 рублей по VIP-3, потом ему положена объемная скидочка, я при вас считала, да, 1080 рублей, да, это уже 1380, да, причем лидер, сделающий 150 баллов, сколько же ему положено подарков по программе VIP-клуб? Да, от 30 подарков. Это на самом деле правда. Лидер может забрать 30 масок для волос. Я посмотрела, ой, не для волос, а для лица. Я посмотрела, да, но я беру самые дешевые подарки. Там можно брать и дорогие, там за 500, за 600 рублей, да. И получается, что лидер зарабатывает 21 на... Так, минутку. Сейчас я умножу калькулятор.
да, то есть получается 21 рубль умножить на 30, это получается 630 рублей, да, 1380 плюс 630 рублей, вот, это уже получается 2100 рублей, да, плюс у нас с вами еще сейчас идет акция «Поделись Фаберлик», и те, кто строит свои структуры через «Поделись Фаберлик», да, то есть у новичка берет ссылку у активированного на «Поделись Фаберлик», и по этой ссылке проводит друг по друга, а минимально он получит человека, который, ну, под ним будет делать, да, заказы. То есть получается, что там 300, 400, может, 600 рублей лидер легко заработает, да, за каталог. Ну, давайте возьмем самый минимум, да, 300 рублей за «Поделись Фаберлик», это 2340, да, и плюс по одной регистрации в среднем VIP-консультанту приходит от компании. Если такому VIP-консультанту позвонить, все объяснить, рассказать про подарки и так далее, то примерно консультант делает баллов 30. Ну, 30 баллов это умножить на 60 рублей, умножить на, допустим, на 0,12, потому что мы сейчас с вами говорим о 12% лидере, да, я такой золотую серединочку взяла. Это получается еще примерно, ну, рублей где-то 200, 216, да, я в уме плохо считаю. Ну, давайте прибавим просто 200 рублей, да, и у нас с вами что получается? 2510. Причем вот эти вот 2510 рублей, доставка бесплатная домой, это не Киров случайно, Надя? Грузовик не понадобился, да? Да, то есть 2500 рублей. И следующее, о чем хочется поговорить, у нас еще с вами, конечно же, фиксирована получается скидка от каталога 26%, ну, на все, кроме одежды всего, да, и если минимально это 7500 рублей, то мы с вами еще имеем скидочку 26%, а эта скидочка примерно, так, подождите, 7500, да, то есть это 7500, это по нашим ценам, а мы еще с вами, к примеру, прибавляем 26%, это получается еще примерно 1950, да, 2510, да, 1950 рублей, а вот вам, пожалуйста, выгода 4000 рублей за ваш заказ в 7500 рублей, да, поняли, что я считаю? Всем понятно? Я переживаю. Вот, и, конечно же, когда я распечатывала вот эти распечатки, когда я видела структуру, и у нас было 600 с чем-то VIP-консультантов, я поняла, почему VIP-консультанту выгодно, да, конечно же, 100, не надо 150, Оля, да, то есть это, конечно же, очень выгодно, да, то есть это... Вот это, вот эти вот все скидки, таких скидок просто в магазине нет. Так ведь? Вы согласны? Вот этих скидок, подарков. А если вы еще идете по программе Фаберлик Клуб, да, сколько стоит данный подарок и так далее. То есть это из-за этого это очень-очень удобно, когда под вас компания людей регистрирует и так далее, и так далее. То есть если вы знаете выгоду и умеете эту выгоду донести... Блузка, да, от Юдашкина очень понравилась, нет, не маломерит, свободно так сидит на мне, хорошо, вот, поняли выгоду, выгода понравилась вам, дорогие коллеги, если нужно, я проведу отдельный вебинар. Очень, да? И вот вы знаете, когда я рассказываю тем, кто вокруг меня вот эту выгоду, вот лично кто начинает считать, он понимает, какой я дурак, почему я раньше ходил в магазин. Вот мне так и говорят, понимаете, так и говорят. Аня, что ты раньше не рассказала? Я говорю, ну я как-то не спрашивала. А я, говорит, в сообществе увидела, что ты VIP-консультант. А почему ты VIP? Ведь надо 50 баллов делать. Что, тебя заставляют делать 100 баллов? Да, то есть, ну, как бы такие вопросики, да. Ну, 100 баллов я делаю
Очень редко. Обычно я делаю 150, 300, да, тут недавно вот директора, да, все заметили в чате директоров распечатки, даже 800 баллов бывает, 1000 баллов бывает, потому что я то Дэнас продукцию заказываю, то еще что-то, вот у меня еще до сих пор одеяла нету лечебного, да, то есть как бы вот. И получается, что на самом деле очень хорошие скидки идут назад. Вот мне, допустим, за 800 баллов по дочкиному номеру пришло около 11 тысяч, если не соврать. Могу показать вам живую, но уже после поздравлений при вас зайду, при вас распечатаю, при вас покажу. Почему я не хожу в магазин, если это есть компания Фаберлик? Вот. Поэтому давайте же с вами поедем дальше. Уровень VIP-2 – это вот такой вот классный бонус. Очень многие путают этот бонус именно со скидочкой, да, именно со скидкой. Думают, что 26% плюс 10% получается скидка цены каталога 36%. Нет. Нет, это денежки, которые начисляются на вашу объемную скидку в личном кабинете. Или у кого уже открыт договор с компанией Фаберлик, то на ваш расчетный счет в банке. Вот что значит скидка 10% при заказе от 150 баллов. Все привилегии уровня, конечно же, первого сюда включаются. Надо вебинар, сделаем. Вот. И далее, конечно же, уровень 3. Суммируется сюда 9, когда вы делаете 9 периодов подряд, это VIP третьего уровня. Получается, то тут идут и привилегии и первого, второго уровня, и возможность заказывать новинки следующего каталога за 2 недели до начала продаж по красным ценам, не более 50 штук. Поверьте, вот так за глаза, никогда 50 еще ни разу не брала. Вот. Да, такая вот привилегия. Вот знаете, есть такое выражение: ох, все VIP разобрали. Ну, бывает, бывает, признаемся. Нравится хватать новинки, нравится уже их держать в руках. Да, то есть каталог начался, а я уже вот все новинки посмотрела и могу вам про них рассказать. Я думаю, что это очень актуально. Ну и уровень 4. В основном на нем сидят уже лидеры с 12%, да, потому что это 18 каталогов подряд, вот, это получается целый год надо делать, вот, а тут уже, конечно, очень хорошие такие привилегии, шикарные, да, что каждый период за 3 дня до начала действия каталога, пятница последней недели, для консультантов 4-го уровня становятся доступны цены и промо-акции следующего периода. Да? Вот, тоже очень интересно, когда вы набиваете заказ по следующим акциям, но оплатить такой заказ можно будет только в следующем каталоге. Тоже, когда вы берете товар раньше других, он у вас всегда есть в наличии, и ну, вообще проблем нету, да, с выборкой товара. Далее, значит, также 70% скидка за один продукт, то есть получается, вы можете уже брать 2 продукта 70% скидкой, потому что за уровень VIP-1 оно суммируется с уровнем 4, да, и по достижению 4 уровня единоразово вручается отличительный значок, который будет предложен к выбору на 2-м шаге. Но мне его вложили автоматически, ничего я не выбирала, он просто мне упал в заказ и пришел. И недавно еще по ошибке пришел значок за золотого VIP. Не знаю почему, скорее всего, у них там был какой-то сбой. Вот, ну, кто смотрит мой обзор, я его показала, как выглядит значок. Вот, не знаю, заберут у меня его, не заберут. Вот. Скажите, пожалуйста, все ли понятно? Вот такие вот VIP-привилегии. Вот почему у нас очень много VIP-консультантов, потому что в магазине, купив на 7-8 тысяч, никто вам 4 тысячи не вернет назад, да? Вы должны сейчас понимать, что 50% вы получаете своих денег назад за покупку. Ну, это просто круто, да? 50% от цены каталога вы получаете себе в карман обратно. Различными способами, смотря откуда, да? Где-то с VIP-Фаберлик, где-то какая-то акция, где-то подписала вам компания консультанта и так далее. И понимаете, когда вот мне говорят: Аня, вот ты сделала заказ на 800 баллов, что ты новичков пугаешь и им об этом рассказываешь, я говорю, что извините меня, я сделала заказ по деньгам на 400 баллов, а не на 800. Понимаете, в чем фишка?
Вот, поэтому после вебинара я вам покажу, сколько мне вернули в деньгах именно за мой заказ. VIP уровень 4-го – это особый труд. Это все-таки труд, как ни крути, потому что кто-то себе это набирает просто в дом, ну а у кого маленькая семья, тот, конечно же, трудится, продает, изучает продукцию и очень даже знает ее хорошо. И это все труд, умственный, интеллектуальный, моральный труд, потому что нужно о каждом продукте рассказать вкусно, хорошо, красиво. И почему же они VIP, да? То есть, и я выбрала вот как раз-таки три основных причины, которые мне новички отвечают, да, то, что они получают от 20 подарков за 100 баллов, потому что они получают регистрацию от компании, одну-две в каталог, да, у кого как, смотря какой регион, да, потому что они получают объемную скидку от компании в двух случаях, это и по VIP-3, и возврат денег на ЛО за свой заказ по маркетинг-плану, да. Ну, да, Кать, даже больше иногда, чем 50%, это на самом деле так. Вот, значит, и вот по этим трем, получается, даже четырем критериям, да, потому что ОС от компании в двух случаях приходит, да, то есть получается вот такие четыре критерия, когда новички говорят, что им уже выгодно, да, не считая там скидку 26%, не считая там то, что чем больше у вас VIP-стаж, тем больше вам людей регистрируют, да. Вот такие вот VIP-консультанты крутые. Вот почему они VIP-консультанты. Конечно, тут надо уметь разобраться, тут надо уметь все до конца понять, чтобы это объяснить другим. Но самое интересное, что если в вашей структуре всего лишь 30 VIP-консультантов, всего лишь 30 VIP-консультантов, вы становитесь директором. Так ведь? Вы становитесь директором. И это кажется очень даже реально. Серебряный VIP-консультант. Что же ему положено? Еще вдобавок все привилегии уровня 1, 2, 3, 4, конечно же, и два продукта 70% скидкой на бизнес-аксессуары и бизнес-инструменты, да, то есть можно покупать промо-дисплеи, да, эти такие вот здоровые на фоне их, да, фотографируются, да, даже ручки там, ну, все можно, вообще все можно брать, чего-то два, да, и я лично знакома с Рубиновым VIP-консультантом, девушка сейчас Рубиновый директор, да, ее как раз на официальном сайте Faberlic с подтверждением уровня Рубина поздравили, она тоже живет в моем городе, мы с ней разговаривали, как-то раз был показ от Алены Ахмадулина еще тогда на фэшн-показе, и она поменяла три платья. Я к ней подхожу и говорю: «Боже мой, Наташ, ты, говорю, уже три платья сменила?» Говорю: «Как так?» Говорю, да, она такая говорит: «Ну а что?» Говорит: «Я 70% скидкой платье беру. Я рубиновый VIP». И вот тут, знаете, такая белая зависть. Думаю, ничего себе, как здорово, да? Представляете, там платье за 6 тысяч взять 70% скидкой. Ну это же вообще копейки. Так ведь? Вот, поэтому, конечно же, на одежду и нижнее белье можно взять вот курточку, да, я тут дочке брала, она где-то 6 тысяч по цене каталога, а я ее могу, она ее может взять с 70% скидкой, ну, вообще, за копейки, грубо говоря, она ее может взять. Конечно же, также есть уровень золотой, рубиновый и бриллиантовый, да, и тут уже тоже как бы добавляются просто по два продукта с 70% скидкой. А, то есть, ну, давайте с вами прикинем, бриллиантовый директор это 11 лет. Надо делать непрерывно VIP-стаж. Я вчера сосчитала, потому что 200 периодов подряд, да, 11 лет. Но в компании Faberlic есть бриллиантовые директора. Я всех поздравляю. Тут должно быть слово «спасибо», которого нет почему-то. Поэтому я вам говорю спасибо за внимание. Вот. И сейчас, кому хочется, я покажу кабинет дочки, так как обещала вам его показать. Обязательно покажу, потому что большие заказы очень выгодны. Запускаю рабочий стол. Захожу в Катюшкин кабинет. Так, давайте я нажму личный кабинет. Записываться будет мало. Видите, у меня запись-то как стоит. Не весь рабочий стол. Так, меня еще и выкинуло. Давайте я тогда с выкинутых вкладок выйду. Зайдем с вами по новой. Да, вот видите, тут Шишкина Екатерина Андреевна. Зайдем с вами именно в отчеты также.
Это объемная скидка, мы не успеваем выбирать, она копится, но индивидуальный предприниматель мы пока не открываем. Да, и тут у нас есть итоговые показатели. Вот, по итоговым показателям, конечно же, я выбираю 17-й каталог и нажимаю «Посмотреть». Тут распечаточка грузится очень быстро, да, ну и вот давайте смотреть. Так, 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 на последнюю страничку надо листнуть, вот она, да, Шишкина Екатерина Андреевна, да, вот видите этот номер, под которым я входила, курс выбранной валюты также 60 рублей, потому что она тоже проживает в России, да, и вот личный оборот 800 баллов, честно скажу, 45 баллов я вернула заказ, кто видел мои обзоры, видели, как мне велико платье было, как мне нехорошо был розовый комбинезон, потому что, ну, фигура у меня полненькая, и розовый комбинезон хорошо сидит только на стройных и красивых, да, вот, поэтому Катерина получает по 23%, вот, и, конечно же, вот ее объемная скидка за ее личный заказ, да, 11 тысяч, бонус по акции VIP 3 4 тысячи, и все вместе, ОС в выбранной валюте, да, то есть это то же самое, что ОС, только по валютам туда, бонус по акции VIP 3, вот это те же самые цифры, да, просто два раза их тут показали, и итого с выбранной валюте 15 267 рублей вернулись нам обратно на счет в банке. Ой, не на счет банки, а на счет консультанта, прошу прощения. Поняли, откуда деньги, как они берутся и почему, я не знаю, почему випы про это молчат, но если честно, вот как бы, если все это суммировать, то, ну, это круто. Не видно? А кому-нибудь было видно? Поставьте плюсики, кому-нибудь было видно. Если кому-то было видно, то я не буду повторяться, я просто уже в записи это точно сохранится, и вы в записи точно это увидите, не переживайте. Записи, мелко, да, мелко. Давайте тогда я попробую через Ctrl плюс сделать покрупнее. Вот так как? Так лучше? Скажите, пожалуйста. Вот оно, вот эту вот строчку, ее нужно посмотреть, которую я выделила. Вот она. Ой-ой, все выделилось. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот о чем молчат випы. Вот почему вип-консультанты любят делать 100 баллов, потому что, ну, извините меня, когда такие деньги назад возвращаются, чем больше, не выделять хуже видно, да? Чем больше делаем заказ, тем больше у нас возвращается, да, по объемной скидке, то есть 23% объемной скидки нам обратно идет. То есть чем выше мы в процентном уровне. Вот, и это, конечно, приятно, что такие деньги вы можете на следующий период, на следующий каталог уже потратить. Вот. Ну что ж, дорогие коллеги, всем спасибо вам за внимание. Будьте випами, получайте от 20 подарков, получайте от 1-2 регистраций в каталог от компании. Конечно же, регистрации надо обязательно отрабатывать. Конечно же, желаю вам всем получать больше продукции и меньше за нее платить. И, конечно же, поздравляю наших дорогих вип-консультантов. Мы вами гордимся. Почему? Потому что, ну как, вип-консультант – это все равно гордость нашего проекта, потому что это труд. И, конечно же, ждите себя на доске почета. Кто не успел выслать фото, высылайте на доску почета, мы вас поместим. Вы наши дорогие сокровища, поэтому я сюда поставила вот такие вот алмазики, бриллиантики, что это такое, да. И, конечно же, это уважение, это труд и уважение, так ведь, потому что нужно знать многое. Просто так VIP-стаж, он не зарабатывается, так ведь? Вот, и, конечно же, VIP-стаж – это усердие, старание и трудолюбивость в первую очередь, и гордость проекта. Когда я распечатала распечатку, видела почти 700 VIP-консультантов, я говорю, вы знаете, этот восторг, его было не передать.
Я просто говорила, боже мой, как много, ничего себе, это же так круто. Да, то есть, ну, на самом деле, всех целую, всех обнимаю, желаю вам быть успешнее, расчетливее, и, конечно же, желаю бы вам быть довольными своими покупками и получать за эти покупки полцены обратно на счет. Всем пока-пока.